достал я тут, значит, свой старенький смартфон. Это Samsung S9 Plus. Достал я его по одной причине, потому что я заметил, что на моем Samsung Galaxy S23 Ultra немного начал выгорать экран. И... Кстати, по поводу выгорания экрана на Samsung Galaxy S23 Ultra, я чисто случайно это заметил, и то в самом низу отпечаталась кнопка ТикТока, и то ее еле-еле видно. Но все равно неприятно, и хочется, чтобы ее не было. Поэтому, если есть еще гарантия, почему бы не поменять экран, как ты считаешь? Экран. И так как у меня еще есть гарантия 2 года на него, я думаю, что стоит его по гарантии отдать, чтобы мне его заменили, точнее, заменили экран на нем. Вот, что я хочу сказать. Достал я этот телефон, и он, на удивление, работает очень шустро. Без каких-либо проблем. Установил уже себе сюда YouTube, Spotify. Поустанавливал всякие приложухи необходимые. Здесь, конечно, еще нету сим-карты, потому что я свой Samsung Galaxy S23 Ultra еще не сдал. Им пока что еще пользуюсь. Но на всякий случай уже этот и приготовил. Вот здесь есть все, что мне надо. И работает он очень шустро и плавно, хочу вам сказать. Что меня очень-очень удивило. Конечно, камера здесь уже немного не дотягивает до того уровня, что мне необходимо. Но как звонилка и для приложений его использовать вполне и вполне можно. Вот его камера. Конечно, если видите, тут уже не очень хорошие качества. У него начались проблемы и, кстати, с надписью, да, он на экране. Посмотрите. Не на то нажал. Минутку. Сейчас покажу. Уже как идет. Сверху он нормально отображается, нормальные цвета, а внизу уже розовый оттенок. Видите? Так что экран потихоньку здесь умирает. Но, опять-таки, когда сдам свой Samsung Galaxy S23 Ultra в ремонт, на замену экрана, смартфоном спокойно замацан уже весь. Тут, я так понимаю, оргстекло стоит. Я думаю, что можно попользоваться 2 недели. Мне сказали, что ремонт, замена экрана, точнее, будет происходить в течение 2 недель. Вот, я думаю, что можно в течение 2 недель попользоваться старым телефоном. Вот, а каким телефоном пользуешься ты? Какой модели, какого года? Пиши в комментариях. Кстати, звучание в этом телефоне довольно-таки достойное. Хоть здесь один динамик находится здесь внизу, он звучит довольно-таки громко и качественно. Сейчас что-нибудь включу, чтобы вы послушали. Заходим на мой канал. Давайте откроем какое-нибудь видео. Давайте из последних. Всем привет! Как я говорил, сегодня я еду в Рамадган на поезде на Рехевет Исраэль. И напомню, что он уже года 4-5 лет, и это будет новый экспириенс. Точнее, хорошо забытый новый экспириенс для меня. Вот. Посмотрим, как они часто ходят. Кстати, раньше билеты можно было купить только через
травка, а сейчас вроде говорят, что можно и на кассе купить, но посмотрим. У меня Равкава нету, будем пытаться купить их на кассе, билеты в Рамадган. Так, все, я пошел. Вот, кстати, мой ракет. Вот так вот. Вот такое вот звучание. Билет, мой билет стоит 9,50, его покупают в автомате. Пиши, понравилось ли тебе звучание данного смартфона. По-моему, довольно-таки достойное. На сколько ему уже лет? Лет 5, наверное. Либо же больше. Я, кстати, не помню, какого года выпуска Samsung Galaxy S9 Plus. Если ты помнишь, пиши в комментариях. По-моему, звучание достойное, как я и говорил. Немного по погоде. Несмотря на то, что сегодня уже 19 сентября, у нас на улице по-прежнему достаточно жарко. И вот такая вот погода. Хотя пару дней назад, когда я снимал видео с поездкой в Тель-Авив, в Рамадган точнее, у нас с утра был дождик, но он, к сожалению, очень быстро прошел. По поводу этого изотоника, который я покупал недавно в Суперфарм со вкусом винограда, хочу сказать по поводу его вкуса, он не сильно приторный, он довольно освежающий, вот и самое главное, что он, да, не сильно приторный. Я его уже второй день себе делаю на пробежку. И пока что он себя показывает с лучшей стороны. Вот, довольно-таки приятный на вкус. У меня также протеин. Тоже фирмы All In. Бельгийский шоколад вкус. Но я сейчас пока что эту неделю делаю только пробежки. Точнее, делал. Сегодня был последний день моей пробежки. Со следующей недели я возвращаюсь к обычным тренировкам. Плюс пробежка. То есть, один день пробежка, второй день тренировка. И так, 5 дней подряд. Нет, даже 6 дней подряд. Потому что я начинаю свою тренировочную неделю с субботы, шабата. С пробежки. На следующий день, в воскресенье, у меня пробежка, тренировка. Понедельник – пробежка. Вторник – тренировка. Среда – пробежка. И четверг – тренировка. А пятница у меня день отдыха. Здесь у меня по-прежнему идет видео с моей поездки в Тель-Авив. Кто смотрел, ставь лайк. А если ты его еще не смотрел, то в конце данного ролика я оставлю ссылочку на вот этот вот мой ролик. Посмотри, очень прикольно. Там я делал также инспекцию поездов, того поезда, на котором я ехал. Так что посмотри, думаю, интересно тебе будет. Этот, кстати, смартфон немного скользкий, когда его в руке держишь без чехла, но довольно-таки приятный. И он тонкий.
И самое интересное, что он по-прежнему резвый. Не лагает, не тормозит при свайпах. Вот так вот открываются эти, довольно-таки быстро все открывается. Без тормозов и без фризов. Тут, конечно, 60 FPS еще экран, но работает достойно. Класс. Видите, все быстро работает. И Type-C. И 3,5-миллиметровый джек. Получается, что Samsung не замедляет свои телефоны со временем, как это делает даже Apple со своими айфонами. Когда с каждым последующим обновлением смартфона предыдущий замедляется искусственно. А ты что думаешь по этому поводу? Пиши в комментариях. Спасибо за просмотр данного ролика. Если же ты в первый раз на моем канале, самое время подписаться, ставьте лайки. И есть также возможность поддержать мой канал. Здесь я поставлю QR-код. И в описании также будет ссылочка. Всем еще раз спасибо. Пока-пока. Увидимся.